Платина, 40-й на вкладке в тренде. Лайк мы, естественно, ставим. Платина Лига Лососа. Не знал, что он дропнет сейчас клип. Говорил, что скоро, но, блядь. Обла, Кристал, Платина, клипы. Что может быть лучше, пацаны? Как дела? С вами Джон Хавейр, это я. Видосов много. Видосов... И, кстати говоря, не знаю, на момент того, как вышло это видео, выпустил ли я видео с концерта, возможно, нет, скорее всего, нет. Но скоро будет лайв, Players Club Show, концерт Платины, лайвовый вложик будет. Поэтому, чуваки, если вы тут впервые по какой-то, блядь, странной очень причине, подписывайтесь, красная кнопочка становится, какой она становится-то? Белой, серенькой. Вот, и делаем красиво. Платина Лига Лососа, чуваки, давайте смотреть. Кстати, да, я знал, что они давным-давно уже снимали этот клип в Барсе. Там он вообще очень много времени, кстати, провел. Платина в Барсе. Круто, что сейчас зима и летний клип. Я думаю, он на этом хотел сыграть. Хотя хуй знает. Damn, DMC штука. Типа, из «Назад в будущее» тачка. Как она называется? Деньги. Я тоже. Я тоже. Come on. Хочу больше. Кровь из носа. Не чувствую лица, мне хорошо здесь. Пока я наконец-то. Больше. Крошка, не думай очень много. Это вайбовый трек, скажу сразу, чуваки. Это не мой фаворит из треков Платина на альбоме. Но в любом случае, на это он сделал крепецкий, базара нет. Кстати, Платина здоровый трек. Бля, в лайве, чуваки. Ребята на концерте просто отлетают от этого трека. Голосос, дорогая дети, парень. С ног на голову, да все дизайнер. Легаля соса, даже на районе, как галя мода. Если я курю, то я курю много. Окей. Знаешь, с собой, да мне все привозил. Хардкадр. Побольше крупничков надо. Это дур, думает, что ты должен. Она не в себе, да. Это Платина? Это Платина катается? Окей, мужичок. Она не в себе, да, я знаю точно, нет. Кину одну палку, и теперь мне похуй. Не думай головой, работай. Разве по-другому ты хоть что-то сможешь? Да, чемпион здесь, меня так легко найти. Хочет быть таким, хотя всяко я такой один. Я даже не начинал, со спать. Вот это, кстати, яйцо пиздатое яйцо. Я просто помню в Барсе, типа, вот этот вот дом, почему-то он какой-то вроде деловой центр, но его видно почти отовсюду, короче. И еще хотел сказать вам, что он, походу, не будет сниматься у Саграды Фамилии, это просто охуенное очень здание, которое строится что-то уже почти 300 лет, по-моему. Ну, не здание, а храм, короче. Вот, но, наверное, это слишком клишировано. Просто вот это я не знаю, что за собор такой. Тоже охуенно выглядит очень. Окей. Она любит деньги, я тоже. Там на бэке слышно, как он выдыхает дым. И он в клипе выдыхает, да. Деньги, я... Пиздата, очень хард кадр. Вот этот кадр мне больше всего нравится. Этот кадр мне больше всего нравится с клипа, чуваки. Деньги, я тоже. Легаля соса, она хочет больше. Кровь из носа. Не чувствую лица, мне хорошо здесь. Пока я наконец-то. Больше. Крошка, не думаю, почему. Охуенный кадр. Yeah. Что это за место? Кебаб? Окей. Пена для здоровья. Легаля соса. Слесарь Платина. О, вот это вот. Вот это, по-моему, парк Гуэля. Типа Гауди, чел такой был. Ну, может быть, я не прав. Легаля соса. Вау, тоже охуенно. Охуенно. Бля, Барса, чуваки, очень клёвый город. Лига Лососа. Бля, Платина на вайбике, фьюми. На летнем вайбике, живет в Барсе. Записали клипецкий, фьюми, давайте чекнем комменты. Пацан красава, целых 2 минуты в футбольном поле поиграл. Успел еще и на пляж сбегать, респект. Бля, чуваки, я не знаю почему, наши все комментарии под видосами на рэпе сплошные какие-то угары, типа. Пацаны пытаются шутки какие-то придумать, да? Даже когда ты на другом материке за 1000 километров от родины, Платина успевает поддержать отечественную футбольную команду Лосось. Респект патриоту. А тут серенько так, горячий вайб.
Прикольно, Тиан, Делориан и пляж, море, январь, как раз к завтрашнему началу лета. Блять, прикольно, Тиан, Делориан. Пацаны, расходимся, следующий клип теперь через 3 года. Очень классная песня, всем заводом поем. Вот только Андрюха, который работает на токарном станке с частотой вращения шпинделя, ля-ля, не всегда может взять высокую ноту и начинает кашлять на весь завод. What the fuck? Так как еще напрягается при кашле, что начинает попукивать и тем самым сбивает весь бит песни, и мы не можем нормально допеть ее. Вообще, как я написал ранее, очень нравится Платина. Топовый клип. Красава. Топовый клип. Нравится позитив, чуваки. Нравится позитив в комментариях. Вот бы клип на «Как в первый раз». Бля, ну честно, да, типа, Лига Лососа, это, конечно, наверное, вайбик. Но, чуваки, Платина решил на Лигу Лососа, значит, будет на Лигу Лососа. Это его, типа, творчество, да? Джонни Джонси, как всегда, в своем стиле. Клип вышел не сильно давно еще, поэтому... Комментарии еще не отфильтровались. Где больше лайков, естественно, потом про Джонни Джессика много всего будет, и Фьюми, но пока не очень. А может быть, пацаны чистят. Вот я бы чистил, меня бы заебало, наверное, эта хуйня. Знаете? Давайте еще разочек быстренько повайбим. Ну то, что он Делориан откопал, это, конечно, угарно. Вот это, кстати, не нравится Лига Лососа, как написано. Она любит деньги, я тоже. Лига Лососа, она хочет больше. Кровь из носа. Не чувствую лица, мне хорошо здесь. Пока я на коня, больше, 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 больше. Крошка, не думай очень много, yeah. Вина для здоровья, Лига Лососа, дорогая детка, парень. С ног до головы, да все дизайнер, Лига Лососа. Даже на районе, как Галя Мада, если я курю, то я курю много. Но я не нашел с собой, да мне все привозил. Вот это хорошо, как... Бля, вы знаете, как будто что-то не хватает клипу. Бля, я не знаю, есть очень мясные кадры. Что ты должен, что... Она не в себе, да, я знаю, так... Сука, Платина на таком чили, пацан, на таком кайфе, наслаждается жизнью, фильм. Моя голова, голова работает. Разве по-другому ты хоть что-то сможешь? Да, чемпион здесь, меня так легко найти. Хочет быть таким, хотя всяко я такой один. Я даже не знаю. Факты. Со спойдем, со спойдем. Она любит деньги, я тоже. Лига Лососа, она хочет больше. Кровь из носа. Не чувствую лица, мне хорошо здесь. Пока я на коня, да, больше, 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 больше. Крошка. Испания. Вот этот кадр, бля, очень красивый закат. Хочется куда-нибудь в теплое место сейчас, чуваки. Поуз. Не думаю очень много, yeah. Вина для здоровья. Лига Лососа. Лига Лососа. Окей, чуваки, Платина, Лига Лососа. Кто помнит мой обзор, кстати, на альбом Платины, может вспомнить, что мне он не очень понравился. Но, опять же, чуваки, главное, наверное, больше чем 50% решает, мне кажется, все равно персонаж сам, как человек, как отдельная личность, а не то, что он делает в плане музыки. Я это к тому, что концерты у Платины полное мясо. И даже Лига Лососа на концерте. Все вайбят, все кайфуют, все наслаждаются жизнью. И это самое главное, чуваки. Платина, Лига Лососа. Let me know in the comments down below, что вы думаете по поводу этого клипа. Ну и напишите мне что-нибудь приятненькое. Расскажите мне какую-нибудь интересненькую историю в фильме. С вами был Джон Хавер. Слушайте грамотную музыку, чуваки. Это очень важно. Качайте и раскачивайте, чуваки. Пау!